быть. Для солнца, для слова, для дела. Любить, будто бы не умела. Открыто, по-детски любить. «Мои песни – это я сама», – говорит про свое творчество Ольга Рыбалко. Режиссер по профессии и призванию, без музыкального образования, она живет с мелодиями и поэзией в душе. Каждое произведение рождается из собственного опыта и подсказывает что-то самой себе, признается автор. «Это песни чуть выше моей головы. Это то, к чему я стремлюсь. Или, допустим, какой-то инсайт у меня, я что-то поняла, ой, Оля Рыбалко, мне не надо бояться, мне нужно идти вперед. И я сочиняю песню, хотя я до нее еще не доросла, но я уже стремлюсь, и я хочу, чтобы этим инсайтом поделиться со всеми». Так своими мыслями и переживаниями в виде песен и стихов Ольга поделилась с гостями квартирника в первой библиотеке. О смыслах жизни, о любви и семье, о человеческой слабости и воле, о том, что несмотря ни на что надо идти вперед и быть капитаном своего пути. Шагами по земле расплавлена идет. Человек Божий, девочка моя, ты человек Божий. В дружеской беседе со зрителями вспомнили детские мечты. Поговорили о книгах, Боге, семье и других вечных ценностях. Ну, я поняла, что к подвигу ты не подготовишься. Вот думаешь, вот через год я совершу подвиг, надо готовиться к этому. Вот какой ты есть, придет трудная ситуация, вот она нагрянет, и она тебя не спросит. И эта ситуация проверит твою шкурность, проверит твою сущность, да. И ты окажешься вот какой есть. Совсем недавно Ольга стала сотрудником первой библиотеки и уже 2 месяца радует всех, организовывая яркие мероприятия и праздники. Такой концерт она дает здесь впервые и мечтает выпустить сольный диск. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».